Друзья, ни одной агротехникой не запрещено делать формировки в каких-то фантазийных формах. Очень интересных, желательно асимметричных, желательно со множеством искривлений, разнообразных форм и так далее. Ну вот, соответственно, это у нас яблонька, которая была не очень, и из нее вот за два сезончика, за 2,5 была уже сформирована вот такая декоративно-художественная форма. Повторюсь, фантазийная абсолютно. Плодоносит, хорошо плодоносит. Обрезки подвергаются ежегодно. Так что обращайте внимание, что не обязательно формировать только чаши, ярусные формы, веерные, пальметы, шпалеры. Можно и вот такая фантазийная форма. Получается тоже хорошо. Самое главное, чтобы крона была устойчивой и удерживала урожай. Собственно говоря, здесь все присутствует. Так что вот так вот. Обрезка плодов — это тоже искусство. Можем к нему относиться как к искусству. К обрезке. Как вам, друзья, такая форма?